зала. Вот сейчас сольется крик. Они растут и становятся студентами и дипломированными специалистами. В них вкладываешь душу, делишься знаниями и умениями. В этом и заключается задача педагога. И какое счастье, когда ты видишь результат своего труда. Я приехала в Осетию, и вот уже 30 лет она является моей второй родиной.